Всем доброе утро, ребят. Ну что, стартовала наконец-то акция, которую обещали нам. День землика-владельца. Только не землика, а замка-владельца. Вот эта акция. Уже она открыта. И сейчас мы посмотрим, что там за призы. С 8 по 20 апреля вы можете выиграть украшение космический храм и фон космическое святилище. Вот так вот. А также в связи с апрельской темой Анубиса мы разыграем этого героя в день землековладельца 11 апреля вместе с его обликом. Посмотрим, это всем будет либо одному, если одному, то это, конечно, печалька, а если всем, это реально будет круто. Так, окей, поехали, посмотрим, какие там нас ждут награды. И вот, войди. Вот, то есть видите, вот войди в игру, день землековладельца написано, и вот войди в игру и получи приз. То есть чуть-чуть ниже находится кнопочка, поэтому не пропустите ее. Так, есть 5 плюс дней, смотрим все награды. Первое, войдите в игру в течение одного дня и подряд выиграйте пакет значков почета, забрать. Все, отлично, забрали, смотрим. Второй ордена по 50к, неплохо. L30 кристаллы, ну такое себе, тоже такое себе. И пятое, выиграйте карты космического храма. X5 это украшение. Хорошо. Ну-ка давайте зайдем сюда. Анубис, вот статуэточка. Ничего себе, давно не видел. Не знаю, с какого времени она. Что-то я первый раз ее вижу. Вот она, вот. Космический храм. И типа дает ее так поставить. Вот так вот оно выглядит. Это украшение. В принципе, неплохо. То есть... На протяжении всего события, думаю, можно будет это собрать. Поэтому не пропустите. Потому что такой халявы, как обычно, тем более на русском сервере, у нас это раз в году. Так что вот так вот. Так, окей, у нас открылся там смотритель ночью. Зелененький. Сейчас попробуем его пошатать. Я не помню уже там, он, по-моему, всех... обволакивает защитой, поэтому попробуем сейчас собрать таких героев, у которых у меня стоит доспех. Сейчас я посмотрю красную фракцию, у кого там у меня доспех. Печалька, все. Так, пиромах. Хочу доспехом попробовать его бить. Так, ворожей у нас будет. Рино с огненкой. Некрос. Так, некрос у меня с огненкой тоже есть. Хорошо. О, рибит. Что у нас еще с огненкой? О, вот так вот сделаем. Давайте сейчас им, знаете, что еще поставим? Всем выживание, чтобы они отхиливались. И питомцев сразу же на отхил. Так, первый есть. Дальше. Вот так вот выживание шестое поставим, как бомжики побегаем. Так, второй. Рибит. Третий. Рино. В принципе, Рино и так будет хилиться. Можно ему и поставить ракушку.
Ну-ка, давайте попробуем. Такс, вот такая вот у нас будет сборная солянка. Раз. Двас. Трис. Четыре. Пять. Кто шестой? Что-то я шестого завтыкал. Так, еще питомцев на отхил. А давайте его шестым поставим. Вот так вот. Поехали. Попробуем такое вот, как оно будет убиваться. В общем, акция интересная, но посмотрим, дадут ли нам украшения в конце. Думаю, дадут, но для этого надо будет, как видите, немножко позадроствовать, опять позаходить каждый день. Но это халява, это однозначно халява, поэтому не пропустите ее. Так, отлично. Поехали, следующий заходик. Надо, кстати, тут попробовать, как-то будет ослепление на всех героях. Но я решил, как видите, с доспехом. Посмотрим, какой будет результат в итоге. Доспех плюс огненка. Конечно, у нас выживание, то есть не всегда он будет, по сути, получать обратку, по идее. Ну, пока вроде все нормально, не вижу я нулей там. Вот сделали бы на него еще ускорение, чтобы не висеть все время. Было бы неплохо. Также напоминаю, сегодня вечером у нас будет розыгрыш еще недельки, поэтому приходите на стрим, и будет вам счастье. Вроде держится. Наверное, следующий будет более проблемный. Какой у нас уже третий? О, тут начался уже подслив. Хотя, в принципе, у нас тут отхилы есть. И ворожей отхил даст. Плюс питомцы. Некоторые сами себя хилят, поэтому, думаю, проблем не будет. Ну, видите, за счет доспеха мы, в принципе, нормально тащим. Интересно, до половины хоть дойдем или нет. Если да, в принципе, доходим, значит,
следующим заходом объема, следующего уже наполовинку объема. Вот как-то так. Ну, в принципе, все понятно. Я потом уже вам покажу результат. Все, пишите комменты, лайки, репостики, участвуйте в конкурсах. Всем удачи, всем пока.